И все-таки, где вы были в момент убийства Савелия? Между 6 и 8 часами вечера. В автосервисе. Машину ремонтировал, двигатель барахлит. Сами не чините? Пробовал. Но у меня японка. Она старая, но автомат. В автомат я лезть не хочу. Это не моя область, и халтуру не люблю. Мне нужен адрес и телефон вашего автосервиса. Добрый день. Из уголовного розыска. Здравствуйте. А что случилось? Скажите, вы видели этого человека вчера? Андрей, кажется. Да, у него автомат, японка. Да он был. А долго ремонтировали его автомобиль? Да, полдня ушло. И с подрубками долго, и масло поменял, и под капотом все помыли до блеска. А он что, все это время здесь сидел или отлучался? Да он сидел. Все расспрашивал, как машина, что, где, как устроено. А мне-то что, я все расскажу, покажу. Мне это не жалко. Здравствуйте, Лидия Николаевна. Здравствуйте, Сергей Степанович. Сергей Степанович, вчера на посту охранника не было, сегодня пусто. Почему? Крышевать бизнес выгоднее, чем охранять никому не нужный НИИ. Государству ныне мы не нужны, зарплаты копеечные. Вот поэтому никого и нету. И то хорошо, что хоть не закрыли, как остальных. Значит, в институт мог пройти кто угодно? Теоретически, да. Но практически это никому никогда не было нужно. Вы считаете, что Савелий убил кто-то со стороны? А вы как считаете? Я не знаю, что думать. Но представить, что кто-то из моих сотрудников мог это сделать, я не могу. Не могу. Сергей Степанович, здравствуйте. Добрый день. Вот Лидия Николаевна Романова, следователь из уголовного розыска, расспрашивает про Савелия. Я к вам буквально на секунду тоже по поводу Савелия. Вы хотели написать некролог? Вечером принесу. Хорошо, спасибо, я буду очень ждать. Шустрый парень, деловой. По-английски как на родном чешет. Международные связи организовывают с американцами.
Так вы считаете, что никто из ваших сотрудников не мог убить Ивантьева? В душе ученого кипят страсти, но это глубоко внутри. А внешне это всегда сдержанные люди, даже холодные. Такой, как модно сейчас говорить, психотип. Так вы думаете, его убил кто-то чужой? Да не мог никто из наших его убить. Я думал об этом. Савелия убили не из-за сплава. Так почему же сплав пропал тогда? Потому что я думаю, что Савелий сам его спрятал, чтобы Андрей Горчилин за его спиной не продал американцам. Лидия Николаевна, осмотрели квартиру Ивантьева, сплав не нашли. А дачи и гаража у него не было. Значит, все-таки украли сплав. А он жил один? Да, один. Кстати, интересная деталь. На двери квартиры два замка. Верхний высверлен. И он не работает. А кто сверлил? Павел и Надежда Ивантьева? Да. Майор Романова, уголовный розыск. Вы по поводу Савелия. Скажите, когда вы виделись с ним в последний раз? Я на прошлой неделе заезжал, а Надя не знаю. На твой день рождения, наверное. Весной это еще значит. А что такое? Вам с братом от матери досталась квартира в равных долях. При этом вы всей семьей живете в однушке, а он один в просторной двухкомнатной квартире. Иди, сынок, поиграй. Знаете, много места надо, когда ты живешь один, когда у тебя семья, ребенок малый. Тут хоть во дворце живи, все равно один не останешься. Это точно. В однушке даже удобнее, ребенок всегда на виду. Плюс у нас здесь детский сад во дворе, работа в двух остановках. Да, мы с Надей здесь уже 8 лет живем, как поженились. А Сава с мамой остался. Он ходил за ней, пока болела. В общем, все на нем было. Так что в каком-то смысле даже справедливо, что квартира ему досталась. Он рассказывал про сплав, который разрабатывает? Сплав? Нет. Да он вообще о своей работе ничего не говорил. Он считал, что мы ничего не поймем. В принципе, это так и есть. А что за сплав? Его украли из лаборатории. Сплав токсичен, опасен для здоровья. Что такое? Вам плохо? Что с вами? Травились? Нет, нет. Беременна. С двумя детьми уже будет тесновато в однушке. Знаете, мы эту квартиру хотели разменять на большую с доплатой. Денег подкопили. Потратим все на улучшение жилищных условий. Простите, у меня запись в консультацию. Если вопросов больше нет, мы пошли. До свидания. Откройте, уголовный розыск. Добрый день. Добрый день. Угу. Здрасте. Вы мне не поможете? Ну, попробую. Скажите, знаете, кто высверлил замок в квартиру Ивантьева? Знаю. Это Пашка, брат его. А что произошло? Да что произошло? Квартира-то общая. А Савелий ее оккупировал и не делится. Ему, видите ли, удобно в институт ездить отсюда. А родственнички типа пусть лесом идут. Ну вот, Пашка терпел-терпел и не выдержала душа поэта. Слушай, Паша, уходи отсюда, или я сейчас тебя с лестницы спущу. Не имеешь права. Это и моя квартира тоже. Хочешь жить здесь – живи. А продать мамину квартиру я тебе не дам. Ты издеваешься, что ли? А? У тебя совесть есть? Все, разговор окончен. Сам пошел! Милый, что ли? Хорош,
драться, мужики! Милицию вызывали? Нет, в тот раз нет, а вчера пришлось. А вчера что было? Ну, вы же про замок спрашивали. Вот. Когда Савелий на работе был, Пашка приехал. Ну и давай тут дрилью шуровать. Вот, я участковый позвал. В котором часу это было, помните? Да, в 6. Как раз хоккей повторяли. Как раз Савелия убивали. Лидия Николаевна, опросили всех сотрудников НИИ, никто ничего не видел, не слышал, не знает. Либо в кабинетах своих сидели, либо уже ушли с работы. Но лаборантка видела, как в кабинет Савелия заходила Надежда, жена Павла. Брата Савелия? И как вы думаете, когда это было? Ну, не томи. Около 6, в начале 7. Надежда, а я к вам. Что вы делали в институте в день убийства Савелия? Пришла поговорить по поводу квартиры. А почему же сразу не сказали, что виделись с ним? Не хотела, чтобы Паша знал. Он вообще был против всех этих квартирных расприй. Почему же против? Он даже пытался вскрыть квартиру брата. Что? Когда? В день убийства. Когда вы были у Ивантьева в институте. Я этого не знала. Смешно. Он не знал про вас, а вы не знали про него. Почему же он мне тогда ничего не сказал? Очевидно, потому что его переговоры зашли в тупик. А ваши как прошли? Мне удалось достучаться до Савы. Он обещал подумать насчет размены квартиры. Ну, теперь менять ничего не надо. Он убит, а ваш муж единственный наследник. Это вы убили Савелия? Что? Нет. Конечно, нет. Убийство произошло между 6 и 8 часами вечера. В 6:30. Вы заходили к нему. Есть свидетели. Но это не я. Это не я. У меня ребенок. И второй скоро будет. Я не могла никого убить. Вы не верите мне? Поверьте мне. Прошу вас. Витя. Покажи-ка мне вещдоки с места убийства Ивантьева. Так она лежала на столе, когда мы его нашли. Возможно, он кому-то звонил перед смертью. Маслов Геннадий Андреевич? Да. Майор Романова, уголовный розыск. Геннадий Андреевич, предположительно, вы последний, с кем разговаривал Савелий перед смертью. Расскажите, о чем шла речь. Савелий хотел посоветоваться по поводу квартиры. Я недавно с тещей разъезжался, то есть опыт у меня был. А Савелий с братом решили квартиру поделить. Это он вам сам сказал? Да, у его брата ожидается пополнение, как я понял. Савва был далек от всех этих приземленных вещей. Ему нужна была помощь. Особенно с таким масштабным проектом, как продажа квартиры. Помогли? К сожалению, в тот момент занят был. Здравствуйте. И договорились завтра созвониться, а на завтра уже. Понятно. Осторожно, не споткнитесь.
вы знаете уборщицу, которая до вас в этом крыле убиралась? Ну, конечно, знаю. Василиска. Нас же только двое на весь институт-то было. А сейчас вот я одна за двоих отдуваюсь. А где живет, не подскажете? Здрасте. Майор Романова. Проходите. Я к Василисе Михайловне. Ну, я Василиса Михайловна. А что случилось-то? Я занимаюсь делом Ивантьева Савелия Егорыча. Знаете такого? Ну, слыхала. Только я здесь при чем? Меня выперли еще до того, как его убили. Можно? Присаживайтесь. Из-за чего вас уволили? Не знаю, испортила я там якобы чего-то. Якобы? Да по мне только искали повод, чтобы турнуть. А что, институт нищий, каждая копейка на счету. Зачем вам две уборщицы? Хватит и одной. В день смерти Ивантьева, в котором часу вы ушли из института? Ну, может, в 5:30. Что можете рассказать о сплаве? Разработка Ивантьева и Горчилина. А? Нашли у кого спрашивать. В этих штуковинах я вообще не разбираюсь. Василиса Михайловна. Сплав ядовитый. Очень вреден для здоровья. Там нет что. Может, вы видели... Слышали что-нибудь подозрительное? Ничего такого. А почему я должна была что-то видеть или слышать? В день вашего увольнения, когда погиб Ивантьев, вы оставили ведро и швабру рядом с его лабораторией. Предполагаю, что там вы и закончили свой рабочий маршрут. Ну? Может, видели? Как к нему кто-то входил? Или слышали какой-то разговор в лаборатории? Ничего я не видела и не слышала. Сказала только этому оголоеду завхозу все, что я о нем думаю, и ушла. А пока до дома дотелепалась, уж 7 часов стукнуло. А если вы мне не верите, так у меня этот есть, как его, алиби. Коль! Коля, иди сюда, быстро! Коль! Здрасте. Только, понимаешь, заснул. На том свете поспишь. Вот давай скажи, когда профессора убили, я дома была? Ну, была. Вот. Пришла злая, как собака. Все, хотела весь институт подорвать. Ты чудище, что ли? А что такого? Это ж правда. Хотела подорвать весь институт. А потом, понимаешь, как-то, говорится, горе залила. А вы кем приходитесь, Василиса Михайловна? Друг это мой. Сожитель. О. Ясно. Нет, а чего ясно-то? У меня еще доказательства есть. Вон соседи сверху ремонт делают. Так вот, в тот день штукатурка от потолка отлетела от их долбежки и прямо мне в суп. Вон, полюбуйтесь. Коль, скажи. Точно ходила. Понимаешь, скандалила с ними. Соседи вам тоже скажут, что она дома была. Вот. Вы проверьте. Проверим. Обязательно проверим. Да. У вас сигаретки не найдется? Угощайтесь. Спасибочки. Все равно я бросила. До свидания. Витя, а я не знала, что ты машину купил. Ну да, пару дней как. Как я искал, Лидия Николаевна. Жену так не ищут. А что так-то? Слишком большой выбор? Слишком большой выбор мошенников. На любой вкус. Одни про бег скручивают, другие про ДТП молчат, третьи вообще в угоне. Они как думают, если двигатель помыли, все, значит машина как новая, предпродажную подготовку прошла. И можно впаривать кому угодно. А что, мойка двигателя входит в предпродажную подготовку? А вы не знали?
машину мыл, фару полировал, менял масло. Скажите, это было похоже на препродажную подготовку? Да, так и оно было. Он говорил, что продать хочу и сделай мне красиво. А зачем хотел продать, не сказал? Да вроде хотел купить новую. И, ну, деньги появятся, куплю. А что же вы у него сам спросите? И его спросим. Боря! Салам! Давно ты не был у нас, брат. Да, давно не был, точно. Только я не Боря, друг, я Федор. У вас машина одинаковая. Ну, я спутал. Извини. Так вы людей по машинам узнаете? Это у него профессиональное. Тут все привыкли. Нет, ну понятно, она пересматривает алиби Андрея. Ну да, тем более, что из всех подозреваемых только у него был значимый мотив убить Савелия. Да, это я вывел Андрея и Савелия на американцев. А в чем проблема? Американцам нужны технологии, нам деньги. Проблема в том, что Савелий мертв. И вы обеспечили убийце алиби. В соседней комнате сидит Андрей Горчилин и пишет чистосердечное признание. Не боитесь опоздать? А я понял. Это теория игр. Классическая дилемма заключенного, я ее знаю. Два преступника попались на преступление, милиция предлагает сделку. Каждый должен решить молчать или свидетельствовать против другого. Кто не знает, то как поступит. Дилемма – быть в сговоре или сдать напарника. Верно? Денис, это не игра. Вы соучастник убийства. Вы это осознаете? Давай, 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 давай. Крути. Стоп. Да, давненько у вас тут не был. Узнаешь? Андрей. Вот это память, я тебя уважаю. Помнишь, что с моей машиной делал в прошлый раз? Да. Да о чем вы говорите? Вам же все сказали, я в сервисе был. Ну хватит, хватит, Андрей. Успокойтесь. Денис дал признательные показания. Какие? Он что, убил Савелия? Как он мог? Я знаю, что вас подменили в автосервисе. А автомеханик плохо различает славянские лица. Ладно. Фиксируйте чистосердечное признание. Андрей, это открытие. Это то, чем будут гордиться наши дети. А ты хочешь америкосам продать? Тоже мне патриот. О каких детях ты говоришь? Ты на что их воспитывать собрался? Сав, к тебе же ни одна баба не подойдет, ты же нищий. Ты никто, ты понимаешь это? Ты никто. Это ты никто. Уходи отсюда, Андрей. Уйди, я прошу! Не оставил мне выбора, он уперся, как баран. Я знал, что у него кардиостимулятор стоит. Один разряд шокера, и все. Шокер сами сделали, так? Покупной слабоват, мне надо было наверняка. Я же все рассчитал, да все. И способ убийства, и алиби, и шокер этот разобрал по частям, выбросил. Все должно было получиться. Когда и кому вы продали сплав? Мне нужны имена, адреса, телефоны. Нет сплава. Нет, не нашел я его. Этот гад хорошо его спрятал.
Даже после смерти не дал мне денег заработать. Поверьте, если бы я нашел сплав, мы бы тут с вами не разговаривали. Значит, убийцу нашли, а сплав нет. Ну да, и у Василисы нет точной причины смерти. Умерла до окончания дела. Возможно, она истощила сплав. Да? Почему? Весь институт знал о том, что образец ценный. Она тоже наверняка слышала. Ну да. И она, женщина простая, могла про ценность буквально понять. Да, и унести его прям голыми руками в сумке. Ну, тогда вопрос, куда она его делала? Максим Олегович, может, все-таки демонтаж стен? Ну, чтобы наверняка. А может, все-таки для начала опросим его сожителя? Но вдруг он знает, куда она его спрятала. Может, она ему рассказала. Рассказала. Понимаешь, когда Ваську уволили, она так разозлилась, что решила с паршивой овцы хоть шерсти клок. Она знала, что сплав этот драгоценный и можно продать за большие деньги. Вот она и тиснула его, когда никого не было в лаборатории. Выкинь ты эту дрянь от греха подальше. Если мы с ней засветимся, на нас, понимаешь, еще и убийство повесит. Но мы не засветимся. Сейчас все это дело угомонится, и мы толкнем этот сплав. Кому это толкать собралась? Кому угодно. Мало у твоего ларька клиентур, что ли? Я свою точку палить не буду и не думай. Да ты что? Коль, ты же сказал, что поможешь. Но я же не знал, что там труп нарисуется. И потом, у меня бизнес другого профиля. Одно дело телефоны и радиотехнику перепродавать, а другое дело вот эти вот ваши металлы. Да какая хрен разница? Что то, что то краденое? Я сказал нет. Выкручивайся сама, как знаешь. Меня не впутывай. А куда он девался, я не знаю. Получается, она не знала, что сплав токсичен. Понимаешь, вот та следователь, которая колола Ваську, она говорила, что сплав вредный, от него можно умереть. Но Васька не верила. Она думала, что на понт берут, чтобы вернуть сплав. Из-за этого сплава она так скоро умерла. У вас все? Да, идите. Я пошел. Помните показания Андрея Горчилина? Агрессивность токсичных испарений повышается при нагреве сплава. Надо токсикологам сказать про теплые полы. Пусть включат и проверят еще раз. Прибор готов к работе. Мощность дозы 1000 микрорентген в час. Товарищ капитан, давайте я здесь пол вскрою. Внимание! Опасно для жизни. Превышение порога дозы. Результат выше предела измерения. Прибор выключен. Я все-таки не понимаю, как
рабочие, делая ремонт, не нашли этот сплав. Да, это загадка. Делать капремонт и не найти вот этот сверток. А Александр пришел, включил теплые полы и сам себя убил. Когда мы там были, полы не грели. Значит, их кто-то выключил. Здравствуйте. Здравствуйте. Ольга Владимировна, вы задерживаетесь по обвинению в убийстве своего бывшего мужа Александра Георгиевича Сычева. Вы что, с ума сошли? Прораб, который участвовал в строительстве квартиры на начальном этапе, дал показания. Вы появлялись там почти каждый день. Ну и что? С Кристиной ваш муж на тот момент еще не был знаком, а вы там могли сделать все, что угодно. Так, я звоню своему адвокату. Да, проедем с нами, там вам будет удобнее. Мы обязательно во всем разберемся. Что вы трогаете меня? Я от вас никуда не убегаю. Присаживайтесь. Аккуратно. Готова к допросу? Я готова помогать допросу. Пятница, ты это дело распутала? Ты должна поставить точку. Сама. Вы будете помогать допросу? Спокойно, я буду рядом. И помогу, если что. Давай, вперед. Я думаю, вы понимаете, о каком сплаве идет речь. Я не буду говорить без своего адвоката. Ваш адвокат за границей. А пока мы ждем общественного, я рекомендую вам отвечать на все вопросы. Ну, хорошо. Вы все равно ничего не докажете. Потому что доказывать нечего. Ну, почему же? В браке с Александром вы купили квартиру. Он доверил вам вести ремонт. Вы наняли бригаду, и рабочие нашли в нише стены сплав. Вы отнесли его на экспертизу и выяснили, что это уникальное и очень токсичное соединение. Особенно при нагревании. Что, я не сказала об этом Саше? Ну, как вы себе это представляете? Ну, вы были на грани развода. Он отказывался делить с вами бизнес. И вы решили его убить. Тогда я наняла бы киллера. Вы, женщина, очень умная. Хорошо все просчитали. Ничего не сказав Александру, вы спрятали сплав в квартире. И установили полы с подогревом. А дальше вы привели свой план в действие. Вы узнали, что Александр ночует в новой квартире. Пришли к нему. Незаметно включили теплые полы. И сплав его убил. На вас бы никто не подумал. Бред. К вам пришли очень серьезные клиенты. Предложили хорошую сделку. Это такой шанс. А вы из судов не вылезаете. Все с мужем разработки делите. Вы решили ускорить процесс?
А у тебя здесь ничего. Очень даже симпатично. Ты зачем пришла? Мириться. Ну что мы с тобой в самом деле? Бизнес делим. В суде. Адвокатов кормим. Давай просто помиримся, договоримся. Тебе все региональные клиенты, а мне московские, а? Оль, ты же прекрасно понимаешь, что дело не в клиентах. Дело в том, что все это придумал я, а ты просто хочешь разжиться на моей интеллектуальной собственности. Значит, мы договоримся. Конечно, договоримся. Завтра в суде. Очень жаль. Саша! Саш, ты здесь? Сашенька! Саш! Саша! Сашенька! Саш! Саша! Саша! Саш! Саш! Тихо! Саш! Саша! Саша! Он умер, Кристин. Да. Все, вставай. Давай. Тихо, тихо, тихо. Звони в скорую. В полицию звони. Давай, давай. Мила Львовна, Саша умер. А вы детективы писать не пробовали? У вас был мотив и возможность. Я его не убивала. То есть вы утверждаете, что ничего не знали о токсичности сплава? Вот результаты лаборатории московского НИИ. Сделаны год назад. Помните? Почему я должна помнить? Потому что экспертизу заказали вы. Вот ваша подпись. Алло. Мила, привет. Это Гоша. Отец дал твой телефон. А, привет. Неожиданно. Я просто тут шкаф разбирал, нашел фотки семейных дней рождений. На многих из них есть ты. Я подумал, может быть, как-то передать тебе этот альбом. А приходите сегодня к нам в гости. Вместе и посмотрим. Вот это да. Как-то я незаметно в гости напросился. Значит, можно сегодня? Нужно. Я сейчас адрес скину. Ждем. Да, Мила. Алло, пап, привет. Слушай, к нам сегодня в гости придет Гоша Самойлов. Помнишь такого? Ты не против? Да помню, конечно. Но не уверен, что я успею к его приходу. А ты где? Я в парке, Мил, в парке. А где же еще? На тренажерах? Ну, конечно. Да все, пока. Мне пора. Пап, подожди, я ключи забыла. Ну что, надумала? Пойдешь на повышение?
Избавиться от меня хотите? Ну вот еще. Просто смотрю я на вас с Максимом и понимаю, что в одном отделении ваши отношения долго не протянут. А жалко. Красивая вы пара. Что, так заметно? Соглашайся, Ань. Тебе здесь и расти уже некуда. Разве что на мое место. А я пока на пенсию не собираюсь. Ну, вот и молодец. Сказал, что пошел спортом заниматься, а сам в шахматы играет. А шахматы тоже спорт? Ему врач прописал побольше двигаться. Так. А он, вот, понимаете... Стоп! Гоша, а она что с тобой? На вы? Ну-ка, доставай альбом и покажи ей, как она когда-то была с тобой на ты. Приказным тоном, между прочим. Да. Вот. Здесь юная Мила Львовна собирается сорвать яблоко. А вот еще. А, это я помню, да. Мила заявила, что теперь фотографировать будет только она. Да, интересный ракурс. Да, припоминаю. Подожди, Гош, тебе тут 17 исполнилось? А мне тогда сколько было? 5 лет? Нет. 6,5. А почему тогда здесь мама? Ее же уже год как не было в живых.